Как вам понравилось ночной марафон? Очень понравился. И вот я хоть и мало готовился, но мне очень хотелось ночью пробежать вот именно 42. Классический марафон. У меня получилось. Я не сошел, хоть ноги немножко закостенели. Но замечательная обстановка. Поддерживали зрители, судьи, все, хоть людей не так много, но все были очень доброжелательны и хотели прибежать. И это уже не один год, и дай бог, чтобы это всегда повторялось. А самое главное, чтобы вела к оздоровительному образу жизни. Сергей Борисов, вы не только бегом занимаетесь, вы и на коньках катаетесь? Бывает. Бывает, да. Почему вы занимаетесь спортом? Ну, нравится, нравится. И хорошие эмоции и здоровый образ жизни. Вот это, ну, я начал с того, что, конечно, не закиснуть на диване с этого. А потом понравилось уже, как и здесь и друзья, спорт Десебрат. Вот, я не еда здесь.